овощи, запеченные в духовке. Это вкусное, постное и полезное блюдо. Запеченные овощи можно подавать отдельно, в качестве легкого перекуса, или как гарнир к основному блюду. Как приготовить запеченные овощи? Овощи можно запечь в духовке в фольге, в рукаве или разложив на противне. Овощи можно запекать без добавления масла, и полить их уже в запеченном виде. Добавлять или нет растительное масло, решайте сами. Готовьте с пользой и удовольствием. Капуста цветани, 1/2 штуки. Лук, 1 штука. Перец болгарский, 1 штука. Шампиньоны, 2-3 штук. Морковь, 1 штука. Перец черный молотый, по вкусу. Перец красный жгучий, по вкусу. Соль, по вкусу крупная. Масло оливковое, 2 столовые ложки. Йогурт греческий, 100 грамм для подачи. Количество порций, 2. Подготовьте необходимые продукты. Овощи и грибы вымойте, очистите. У шампиньонов удалите ножки. Лук нарежьте кольцами, морковь, кружками, перец, полосками. Разложите овощи и грибы на противне, посолите и поперчите по вкусу, полейте растительным маслом. Поставьте запекаться в разогретую до 220°C-425°F духовку на 20-25 минут. Подавайте запеченные овощи и грибы с греческим йогуртом. Приятного аппетита!